Старайся не нервничать, делаем все планово, без спешки, без суеты. Вот это вот надо сразу отрубать от себя. То есть даже если какой-то дефицит времени, все равно сначала подумал, потом сделал. А не так, блин, там что начинаешь судорожно искать там и включать, не пойми что. Ну как-то так. А окна закрывать надо, не нужно? Не обязательно, сейчас жарко, можно. Угу. Так, все лишь. Так, все, запускать, да, начинаем? Да, давай. Стерна. Аукс. Инструменты. Угу. Радио. Прокачай тормоза. И поставь на стояночный. Угу. Ключи находятся. Громко. Там. Громко вот. Да. Если радиостанция, то вот. Так. Ну-ка сейчас скажи что-нибудь. Раз, 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 два, три, раз, раз. Раз, 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 раз. Да, вот так пойдет. Хорошо. На меня нормально слышно? Да, отлично. 122.50, это наше, да? Это наше мучилище, вышка. Так. Инструмент включил, радио. Да, да, уже можно запрашивать. Так, сейчас еще раз. Мучилище вышка. Стоп. Мучилище вышка, Эковисты 499, Сьерра Лима, добрый день, да? Да. Мучилище вышка, Эковисты 499, Сьерра Лима, добрый день. Сейчас. 499. 499. Якорная стоянка. Разрешите запуск на якорной зону. Отлично. 499. Запуск разрешили, давление 985. 499. Хорошо. Отключаем радиостанцию. Радио вниз. Ставим баки в положение. С большей, ну либо оба поставь сразу. Отлично. Теперь эфис не надо ничего включать. Убираем рут на малый газ. Включаем fuel pump и старт катаут. Strobe light. Теперь у нас будет запуск первый. Чоки на себя полностью. Включаем. А это сигнал дает или как? Да-да. Включаем босс. В окошко кричишь от винта. От винта? И запускай. Тормоза поставил? Да-да, стоит, стоит. Держи, пока держи. Появилось, все отлично. Thank you.
Thank you.